С просьбой о содействии в решении вопроса благоустройства дворовой территории и установки там детского игрового оборудования жильцы дома номер 54 по улице Электрозаводской обратились к главе администрации города Олегу Булекову в рамках работы мобильной приемной президента в правительстве Рязанской области 20 июля. Буквально через несколько дней была организована встреча представителей власти с жильцами данного дома. На ней был определен алгоритм действий, который в итоге должен привести к появлению на данной дворовой территории детской площадки. Как пояснил на общем собрании жильцов дома заместитель главы администрации Андрей Ульянов, для установки во дворе какого-либо элемента благоустройства необходимо прежде всего надлежащим образом оформить земельный участок и утвердить большинством голосов собственников решение об установке детской игровой площадки. Для нас принципиально желание жильцов. Если у вас такое желание есть, мы сделаем все, чтобы эта заявка была подана и ваше желание было исполнено, в том числе и вот по порядку софинансирования и содержания жилья. Поэтому вот для вас принципиально все-таки, вот, что было вами озвучено, да, все ли хотят детскую площадку? Вот реально, все ли ее хотят? Да, голосовать. И самое главное, здесь все-таки надо понять, что это решение большинства. То есть если всегда найдется один-два человека, которые против всего всегда. 100%. Не надо прислушиваться прям к одному-двум, которые против всего, потому что жить всем здесь. И уже после принятия соответствующего решения жильцы смогут обратиться с соответствующим заявлением в свою управляющую компанию. На основе такого обращения собственников управляющая компания сможет претендовать на получение субсидий в рамках муниципальной программы развития жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, Андрей Ульянов предложил собственникам жилья дома номер 54 по улице Электрозаводской консультативную помощь специалистов управления земельных ресурсов и имущественных отношений для ускорения работы по оформлению земельного участка под установку элементов благоустройства. Устройство.